кто из нас не совершал случайных покупок, сожалея потом об этом. Однако, так ли уж случайно это происходит? Почему, например, шубы, дубленки и куртки из искусственной кожи и меха продают тверичанам за десятки тысяч рублей? Многие, особенно пожилые люди, поддаваясь уловкам промоутеров, совершают импульсивные покупки. И с точки зрения закона, в таких ситуациях вроде бы все в порядке, товар приобретается добровольно, только вернуть его потом уже непросто. Как избежать таких ситуаций? Советы психолога в следующем репортаже. Магазин без названия, но с яркой входной группой, которая оформлена воздушными шарами. Здесь продают верхнюю одежду с ошеломительными скидками 50%. Вместо 135 тысяч рублей предлагают купить шубу всего за 66 тысяч. Ну как тут устоять? Она сказала, это кожа. Потом стала кричать. Я говорю, как проверить? Подожгите. Чем поджечь, я не поняла. Но уже нашей съемочной группе продавцы сказали, что все товары из искусственных материалов. Искусственно, у нас есть сертификат на то, что это все искусственно. Но если товары из искусственной кожи и меха, то возникает вопрос, точно ли они стоят десятки тысяч рублей. Такие распродажи для нашего города не новость. Они периодически кочуют из одной точки в другую. Несколько месяцев назад мы уже показывали репортаж о том, как промоутеры умело обрабатывали пожилых людей и вели их в банк, чтобы те сняли деньги и купили товар за кругленькую сумму. Чуть позже, по здравому размышлению, люди пожелали вернуть вещи назад, но не тут-то было. На этот раз активистка Татьяна Владимировна вызвала сотрудников полиции, чтобы предприниматели проверили, как и чем те торгуют. Сотрудники правоохранительных органов комментировать происходящее детально не стали. Позвонил по телефону дежурную часть центрального отдела. Мы приехали. И вот разбираемся. Опрашивал граждан. Потом женщину опросим. Примем с ней объяснение. Поэтому пока непонятно, как квалифицировать эту распродажу. С бытовой точки зрения это напоминает обман потребителя или, как говорят в народе, развод на деньги. Хотя формально предъявить торговцам нечего. Насильно же никто не заставляет отдавать свои кровные за эти товары. А значит, поводов для реагирования у полиции вроде бы как и нет. А вот продавцы сказали несколько слов нашей съемочной группе об активистке, которая, как они выразились, натравила на них правоохранителей. Правда, попросили снимать со спины. Видать, чего-то опасаются или просто стыдно показывать свое лицо. Никаких оснований. Я позволяю себе оскорбление в мой адрес, не имея на это никакой почвы. И кидаясь лжесвидетельскими обвинениями, человек не может давать достоверную информацию ни о нас, ни о нашем магазине. Почему вы снимаете тогда, если это правда? Что же делать? Как гласит известная поговорка, спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Поэтому психологи советуют самим горе-покупателям, прежде чем совершать покупку, тем более дорогостоящую, несколько раз подумать и все взвесить. У промоутера своя работа, люди же деньги зарабатывают. Вы останавливаетесь хотя бы в тот момент, когда вы сильно хотите что-то купить. Если вы взрослый человек, речь не идет о детях маленьких, да, то вы хотя бы на мгновение там остановитесь, скажите, что со мной происходит. Вот вы не положите, мне именно сейчас надо это взять. Вот очень много случайных покупок в этот момент. Сходите, чайку попейте, тормозните немножко, потом подумайте, вернитесь к этому, нужна эта вещь вам. Или это очередная ваша хотелка, которая вот на 30 секунд вам принесет радость и все кончится. Поэтому главный совет – 100 раз подумайте, прежде чем совершать какую-либо покупку. И, конечно, всегда спрашивайте сертификаты и документы на товар, тем более дорогостоящий.